Итак, всем привет. Сегодня я буду переселять полихарисов. Так, сейчас они в три смол арене. Здесь они под пленкой. Их там довольно-таки много. Но ни яиц, ничего еще не было. Они еще не откладывали. Но знающие люди сказали, что лучше все-таки переселить. Так, формикарий я сделал, все заранее подготовил. Антипобегом сверху намазал. Намазал жирненько, так не жалея. Так, но я думаю, что стоит вытащить одну эту пробирку, где большинство сидят, и сразу ее положить, а остальных потом переселим. Так, вытаскиваем аккуратненько. Так, оп. Зажимаем пальцем сюда ватку, чтобы не вылазили. Так, пленка мешается. Снова берем. Так. И можно будет сразу класть. Положим к выходу, чтобы они, я надеюсь, сразу переселились туда. Так. Я думаю, стоит сделать вот так вот. Пробирку я сразу говорю, пробирку убирать не буду. Пусть они сами решают, где им лучше. Может, они в ней останутся. Так. Ну, вот так вот положим. Думаю, будет нормально. Так. Ну, сейчас это все поближе я покажу. Так. Как переселять этих? Ну, я думаю, стоит их немножко, даже пожестче, не знаю, но думаю, ничего страшного, если их так переселю. Так, вытаскиваем. И сюда тоже ставим. Так. Так, вот эти вывалились. Так, сейчас всех остальных будем. Их тут что-то много на арене, я вчера их покормил. Купил тараканов, покормил. И их, кстати, довольно много сразу выбежало. Вот, поэтому сейчас посмотрим. Так. Ну, я думаю, эту пробирку со вторым телом тоже стоит убрать. Так, вытащить ватку. И так. Давайте крышку снимем заодно. Так, вот их уже тут двое. Ладно, пока уберем. Так, вон видно, они уже по всей квартире побежали. Будем их ловить по юку сразу. Так. Этих вот тоже туда. Вот, все. Так, один уже вон по полу бегает. Мы его тоже рядышком. Со всеми. Да, плохо, что вот этот аквариум без переходников. Потому что нельзя дать им шанс самим выйти. Приходится вот так вот делать. Так, ну я думаю, само это можно вот так положить просто сверху. И ждать, пока они перебегут. Вот так вот. Так, будет стоять. Сейчас мы поставим, чтобы стояло. Вот. Вот так вот стоит. Единственное, что плохо, здесь как бы выход. Но они, наверное, не смогут выползти. Поэтому сделаем вот так вот, чтобы они могли уползать именно на деревяшку. Так. Ну, он типа бег держит, он уже один пытается забежать, но упал обратно вниз. Так. Еще я подготовил еще одну поилку им. Ну, чтобы им точно хватало и воды, и влажности, всего. Вот. Поставим вот туда, садим на ту приступочку. Так. Ну, особо из пробирки сами муравьи не убегают, остальные муравьи уже побежали. Все обследовать, уже везде бегают. Эти отложим. Так. Давайте покажу чуть поближе. Снимаю на свой любимый штатив. На тот же самый.
если вот здесь вот они пытаются сверху убежать, но не получается. Антипобег держит. Антипобега намазала жирно. Тут с краю по 2 сантиметра, здесь по 1,5 сантиметра. Но большинство сидят в пробирке, они как бы даже они усики высовывают, но боятся и не идут. Вот. Остальные просто бегают везде, где только можно. Вон бегают. Здесь по коре бегают. Да, вот мы их видим. Вот он пополз. Так, ну что, будем ждать, смотреть, как они себя будут вести. Я надеюсь, они должны довольно быстро обратно перебежать, но почему-то они все побежали вверх по стеклу. Вот они все пытаются убежать вверх. Вот еще один выполз. Так. Ну я их так сейчас оставлю. Потом часа через два посмотрим, я надеюсь, они все переселятся. Все, спасибо за внимание.